Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня очередное видео из рубрики «Посылки из Китая». И сегодня у нас будет магнитный чехол для смартфонов Huawei, ну и также других. Будет показано на примере Huawei Mate 40 Pro, но также есть и на другие смартфоны. И также две пленочки, но это будет такой вот небольшой балласт. И не будем долго затягивать, приступим к распаковке. Так, вот наш пакетик, который я уже вскрыл. В нем у нас будут пленочки. И забегая наперед, не рекомендую брать эти пленки, хоть и комплектация у них хорошая, богатая, и устанавливаются они довольно понятно. Вот так вот ставите центральной стороной, то есть отрываете вот эту вот фигню, ставите низом на экран, потом снимаете пленку и проглаживаете вот этой вот, вот этим вот шпательком. То есть получается без пузырика все. Но качество самой пленки оставляет желать лучшего. У меня как бы их две, поносив один день, она уже превратилась в полнейшее, извините, там и французское говно. То есть такие вещи я бы не рекомендовал. Но вернемся к чехлам. Этот чехол у меня уже был, я его похезал. Смущало то, что внутри ничего нет. То есть вот можно как бы покоцать мусором, который попадает туда внутрь. Я решил заказать вот такой вот дополнительный чехол магнитный для работы. И к нему тоже есть вопросики. Магнитики вот так вот работают у нас. Закрывают, но проблема в том, да, даже кнопочки есть. Проблема в том, что торчит камера. То есть вот это отверстие, через него торчит камера полностью. И вы эту камеру можете разбить. То есть по мне так этот чехол не подходит для рабочих моментов. И приходил наш чехольчик вот в такой вот коробочке из пенопласта. Обычно там приходят такие пленки или защитные экраны. А тут вот целый чехол. Да, в данный момент у меня на руках этого чехла нет. У меня стандартный от Huawei, собственно, с лампой. Такой, кстати, тоже на Алике продается в двух цветах. Мятный и белый. Скорее всего, предназначен для женщин, но жаль, что нет черного, поскольку можно хорошо делать селфи. Но не об этом сегодня. Даже в этом чехле камера защищена как минимум этой лампой. В чехле в этом магнитом камера торчит полностью, и разбить ее можно на раз-два. Да, я брал этот чехол, чтобы защитить свой экран от царапин, и также пленки взял. Пленки не рекомендую, они отклеиваются, нет ни олеофобного покрытия, ничего, то есть полнейшее говно, да, и чехол тоже не сильно рекомендую, возможно, кому-то понравится, но проблема в том, что он хуже стал ловить связь, хоть и отверстие для зоны у него открыты, но все равно периодически пропадает связь, имейте это в виду. И да, если я что-то не упомянул, напиши, как всегда, в комментариях. С тобой был дядя Бен, желаю тебе всего хорошего и до свидания.